Так, шановні депутати та запрошені, до складу Ужинської міської ради обрано 36 депутатів, на сесії присутні 25 депутатів. Інші відсутні з різних причин. Кворум роботи сесії 19 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 30-те засідання сесії Ужинської міської ради 6-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 25 за. Проти? Утримались? Прийнято. Засідання сесії Ужинської міської ради оголошую відкритим. Так, шановні депутати, на сесії Ужинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації. Так, щодо порядку денного. Є у вас на руках, да, порядок денний? Так. Давайте тоді приймаємо в цілому. Не буде більше доповнень, нічого, я так розумію, що у нас позачергова сесія. Так, хто за порядок денний, прошу голосувати. 24 за. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Єгріщин, так, буде по... Все. Повезло. Так, Михайло Георгійович, є? Да. Добре. Про секретаріат 30-го засідання сесії Ужинської міської ради 6-го скликання. Згідно наданого проєкту, Ігришин, да, буде керівник секретаріату, і Степанець Наталія Петрівна відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати. 24 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення доповнень до рішення Ужинської міської ради від 19.08.2010 року про затвердження програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южного на 2010-2014 роки. Є питання? Приймаємо? Так. Хто за, прошу голосувати. За. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до загальноміської програми «Доступне житло» на 2010-2014 роки. Затверджено рішенням Ужинської міської ради від 11.05.2010 року. Це так були там технічні правки, так? Так, по сітям, по проектам сітей, уточнення просто вже сіті. Готово проходити експертизу. Нема, ми трошки йдемо з... Опереджаємо графік навіть здачі цього житла. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення Ужинської міської ради від 20.12.2012 року про затвердження напрямків видатків коштів Ужинського міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік. Що у нас там стоїть? Плануємо кошти на ремонт пенсійного колектору, який йде від наших насосних станцій до очисних споруд Одеського портового заводу. Так, є питання? Ні. Нема? Хто за, прошу голосувати. 24 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про надання згоди комунальному підприємству теплових мереж «Южтеплокомуненерго» на отримання кредиту публічному акціонерному товариству «Марфінбанк». Яка сума йде? Про яку суму йде мова? Мільйон. Ну, ми завжди даємо, да? Ми кожен рік даємо таку добро на кредитування. Є інші пропозиції? Нема. Хто за, прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Наступне питання. Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ужинської міської ради. З цього приводу, що у нас? А чому ми так його так терміново? А вже 14-го відкриття ж. 16-го. 16-го відкриття. Для того, щоб к відкриттю були всі ці... А законом ніщо не предусмотрено? Чому ви утверджуєте перегляд? Регламент ми повинні свій відробити і на прийняття... Ну, є типовий регламент? Звісно, на основі типового вносяться свої требування, і в цьому приймаються... Так, ну добре. Є питання, так? Горин, будь ласка. Уточнили два пункта, когда готовили проект решения, потом уточнили, что еще два пункта туда должно входить. Есть два вопроса по регламенту, который мы будем сейчас утверждать. 14 пункт. Света мало. Да. Вторая информационный центр, да, 14 пункт. Здесь написано особо освобождение физической машины. Я вас дуже прошу.
не спішить, більш чітко читати. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації. Вопрос там вже внутрі, то есть для людей з особими можливостями буде там все у них буде в порядку. У мене вопрос, а пандус у нас предусмотрен? Є, там є, є все, там? Все. Там оборудовано два пандуса. Два пандуса там є, да. І второй вопрос уже по регламенту. Понятно, що інформація буде розміщатися на южинском сайте yuzhny.org. Вот, только у меня сразу же такое как бы замечание по ведению нашего сайта. На сегодняшний день, в принципе, это можно действительно проверить. В решениях совета в папке «Бюджет» номер 898, это в августе месяце мы принимали, и там размещение решения по бюджету. В пояснительной записке у нас там идет бюджет за первый квартал. Ну, то есть, просто чтобы очень внимательно размещали информацию, потому что там у нас было за півріччя, а у нас идет пояснительная записка за первый квартал. Ну, это как бы неправильно. Да. И, ну, естественно, чтобы этому... Правильное замечание. Да. И... Правильное замечание. Возьмите и поправку внесите. Вообще по сайту нужно работать. Там очень часто информация долго не меняется, есть ошибки в информационном плане. Так, якщо інших нема заперечень, прошу голосувати. Хто за? 24 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження тимчасового переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Южинської міської ради. Хто в нас? Все. Ну, все зрозуміло? Нема вопросов, питань ніяких? Так. Будь ласка. Один небольшой вопрос. Пункт 58, пункт 60. Надання довідки про знання української мови. Это там буде у вас тестирование, щоб проходити людей? Что там? Это есть своя процедура. И прописано это в технологической карточке. Это нужно людям, которые претендуют на утримання громадянства України. Да, экзамен складывается, специальный, да, есть. То есть там будет возможность, да, у людей? Нет, конечно. Это советский пример. Не, ну эта процедура есть специально для того, чтобы человек получил гражданство, он должен пройти определенные процессы. Поэтому в том числе получить справку. Я так понимаю, это не наша прихоть, есть законодательная база, мы ее должны выполнять. Нема заперечень? Кто за, прошу голосовать. Безоплатно, кстати, видите? Проти, утримались, прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 20.12.2012 року про внесення змін до договорів оренди на земельні ділянки, укладених між Южинською міською радою та виробничо-комерційним агрокомпанією «Грін» у формі товариства з обмеженою відповідальності розміщення кіосків на реалізації тютюнових виробів, по реалізації тютюнових виробів. А что це так тимчасово? Что це потрібно було правка, так? Правка, это с прошлой сессии еще вопрос, который не прошел. Не смогли зарегистрировать, потому что надо слово посвідчено державним нотаріусом. Ні, ви мені не дали відповідь. Чого ми слухаємо на позачерговій сесії? Що термінове? В чому тут термінове? Що ми не могли 24-го на плановій сесії заслухати? Там у учредителей, у них сроки, просто они не успевают потом зарегистрировать, им нужно зарегистрировать до конца октября. А если мы 24-го проведем, там выходные, потом попадает конец месяца, мы потом опять будем этот вопрос рассматривать с точки зрения продлевать ему сроки. Если бы мы позачергово не проводили? Если бы не проводили, мы по этому вопросу бы не собирались, это просто уже сказать. Добре, є питання? Знаете, у нас так, мы планували 2-3 питання провести, но збирались 9, да? Да, ну тут 9 рабочих, вот из них одно. Так, кто за, прошу голосовать. Хто проти? Утримались? Прийнято. Наступне питання. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 20.12.2012 року про міський бюджет міста Южно на 2013 рік. Людмила Володимирівна, будь ласка. Є питання? Ні. Нема питань? Це по тим програмам, що ми тільки що прийняли. Будь ласка, питання. Питання таке. Ми, в принципі, вже з... Не один год добивались того, чтобы поменять молотковые дробилки, механические грабли на наш СМС номер 2, которые в ужасном состоянии. Они в не лучшем состоянии, чем опорный корректор. Мы сейчас этот снимаем вопрос, когда мы его поставим, когда мы это заменим. Потому что уже не первый год этот вопрос пробивается. Это больше, наверное, к Евгению Николаевичу Игнатовскому. Связано с проведением тендера, что мы до этого, до конца года, даже если мы проведем тендер,
Казань оплачивает деньги, поставщик не хочет оставить нам в долг, так как делают остальные, потому что завод «Изотовитель» находится на территории Российской Федерации. Поэтому мы ее сейчас снимаем, а в начале следующего года будем снова просить депутатов бюджет 14-го года. Этот вопрос не снимается. Еще могут быть хуже, чем конечно. Давайте мы даже будем просить, у нас там есть уже пропозиции на бюджет 14-го года. Мы будем просить увеличить эту сумму, чтобы одновременно поменять оборудование и на КНС-1, и на КНС-2. Потому что там ситуация однотипная. Это связано с тем, что мы не успеваем. Можно протокольно поручить финуправлению этот вопрос зафиксировать на бюджет 2014 года. Так, я думаю, что не вынуждает нас делать это перераспределение. Чисто технически мы могли бы просто предусмотреть деньги, не снимая, но понимая ситуацию, что до конца года эти задвижки не будут приобретены, поэтому мы смотрим отрегулированный бюджет. Если таким расчетом, что при формировании ЗМИ на 2014 год, она прямо будет ждать уже примерно через месяц. Мы могли это учесть. Заседание позачергового сессии. Так, сейчас не поняли. Нема, ну хорошо. Є питання? Нема, я думаю, що депутати підтримують це питання, це дуже важливо. Я думаю, що ми депутатські комісії, окремі депутати, ми всі разом повинні відпрацювати питання щодо слідуючого року, це водопостачання і каналізації. Це повинно, напевно, бути основним питанням року. 2014 року. И технически мы должны внести изменения, которые мы отработали только что по программе «Доступное жилье». У нас не меняется сумма финансирования, но мы направляем не на один, а на два дома. Да, да, да. Это, знову ж таки, техничное питание на два дома. У нас там было программа на один, на два дома. Кількість коштів не меняется. Нема заперечень з цією правкою? Нема. Питання є? Нема. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Які ще є питання? Тільки не виступи, це позачергова сесія. Питання, будь ласка. Мені таке запитання. Чи виконується проєкт реконструкції зливової системи на 2022 і чи фінансується? Лівньова каналізація? Хіміко 2022, Юрій Миколаївич, лівньовка там. Ділиться проєкт, все йде по своїм чередом, так? Є надія, що да, да. На 14 рік будуть. То есть в этом году будет проект, и в следующем году будут работы, да? Добре, дякую. Ще питання є? Нема. На цьому 30. Ні, подождіть, а чого нельзя виступити? Ну це ж позачергова сесія. Це ж у 24-та буде план. Ну, що, є так, такі виступи? Ну давайте, давайте, давайте. Я думаю, це неправильно, давайте, якщо є, то є. Будь ласка. В южном информационных пространствах становится все больше и больше. Я вот сегодня открыла сайт нашего депутата Горина, и поэтому хочу еще раз всех обратиться ко всем депутатам. Если мы пишем какую-то, даем какую-то информацию, она должна быть очень правдивой. Потому что единственная фраза, которая там была написана, меня просто не то что там обила, а даже оскорбила. Потому что работники библиотеки нашей замерзли и обратились к депутату Горину, точнее, обратились ко всем депутатам, и только один депутат Горин откликнулся и дал им тепло. Ну, в кавычках, конечно, дал тепло. Я говорю о том, что если Александр Васильевич пишет, дает какую-то информацию, называйте фамилии. Ко мне никто не обращался. Меня никто никуда не приглашал. Почему пишут все депутаты? Это первое. Второе. Там написано о том, что депутату Горину не дают выхода на телевидение. Я специально позвонила на телевидение и спросила, сколько было депутатских трибун с октября прошлого года по октябрь сегодняшнего года. Было 32 депутатские трибуны. Из них два раза выступал Горин. У нас 36 депутатов, а было 32 депутатских трибуны. То есть мы должны более тактично относиться друг к другу, уважаемые депутаты. И не надо пиариться, еще не началась предвыборная кампания, не надо пиариться за счет других депутатов. Это просто некрасиво. Хорошо. Я уж не говорю о центре реабилитации детей и инвалидов, я об этом еще скажу. На следующей сессии. Может быть, и на следующей сессии. Я найду еще момент, когда сказать. Спасибо. Спасибо. Шее? Ну, Горин, фамилия была. Да, пожалуйста, пожалуйста. Горин, пожалуйста.
Надежда Александровна, очень приятно, что вы следите за моей политической жизнью, да, за моим сайтом. Только, пожалуйста, не надо вырывать из контекста. Горе не пришел и дал тепло. Люди ко мне обратились, и я пришел навстречу. То есть это именно было в том, и все могут убедиться, зайдя на сайт, где это, принципе, прочитав то, что там написано. Где тепла не было, скажите мне? Не надо переворачивать из контекста. В нашей городской библиотеке? Спасибо. Евгений Николаевич, сейчас, тихо. Тише. Все, я вас прошу, политика не занимаюсь. Я конкретно о тепле говорю. С чего у нас тепла нету? Евгений Николаевич, я информацию по этому проблему. Так у нас что? Я не знаю, наши политические лидеры дают тепло, что ли? Майя Петровна. Тут имело цвету тепло в духовном значении этого слова. А, я Все, снимается вопрос. Все, снимается, да. Виктор Иванович, пожалуйста. Поручить Горину топить. Тише все. Мне просто просили эту тему опять поднять, она уже поднималась в нашем зале. Это автомобильная дорога Южная Одесса. Она с каждым днем хуже становится. И особенно опасный участок в районе Новых Беляр. Еще в связи с тем, что там по обочинам с одной и второй стороны стоят большегрузные автомобили, просто эти ямы уже и объехать там практически невозможно. То есть надо что-то делать. То есть что? Выходить на губернатора, на давайте совместно какое-то письмо напишем. Не знаю даже. Может, в народный бюджет, который формируется на следующий год, давайте закладывать эти деньги, потому что мы делаем там медицинский осмотр, еще, а дорога это не менее важна, и что мы ждем какой-то трагедии, хорошо, потом кинемся, все начнем латать. Давайте мы обратимся к губернатору и облавтодор, кому еще они через сессию. Не возражаете от имени сессии? От имени сессии не возражаете, да? Хорошо, от имени сессии обратимся. Подготовьте. Кто-то, чтобы звернутись до керівництва області по питанию дороги? Южная Одесса, да? Южная Одесса. Кто запрошу голосовать? Это отрезок Южный ОПЗ, скорее всего, да, такой. Кто против, утримались, прийнято. Ну, мы оформим правильно там. Кто у нас? Харитонова. А кто с экономической? Оля, запиши и готовьте. Да. Не можемо забрати по просу. Що? Не можемо забрати по просу, в отношении получения кредита через банк. Нашими многообещающими компаниями и отменить наш вопрос в отношении получения кредита. Благодарим всем теплом морально. Я вас прошу, не превращайте сессию в какие-то балаганы. Все. Нема більше питань? Все, на цьому 30-та засідання сесії пропоную закрити. Хто з дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Всім дякую. 24-го збираємо? 24-го. 24-го, 10-го. 24-го на 24-го.